Аварийные ветхие здания снесли на улице Петряевской. Снос коснулся одноэтажных построек середины прошлого века, расположенных в 30 метрах от железной дороги. Их признали аварийными еще в 2014 году. Снос домов занимал несколько дней. Строительный мусор вывозился на полигон твердых бытовых отходов, а площадка под бывшими аварийными домами уже засыпана и выровнена. На снос трех аварийных домов номер 2, 4 и 5 по улице Петряевской в 2020 году из городского бюджета выделили 638 тысяч рублей. Жители расселены в муниципальные квартиры в многоэтажных жилых домах на улицах Дьяконова, Веденяпина и Маковского. Перед новосельем квартиры для них были отремонтированы, опять же, за счет средств городского бюджета. На это ушло более 870 тысяч рублей.